Подготовка к главным выборам 2018 года, выборам президента России, была объявлена накануне утром. Сейчас избирательные комиссии 85 субъектов страны активно включились в процесс. Избирком Ульяновской области на данном этапе определился с планами и задачами на 90%. Согласно статистике, принять участие в мартовских выборах на территории Ульяновской области смогут свыше 1 миллиона избирателей. Кроме этого, любой россиянин, отдав свой конституционный долг, сможет понаблюдать за избирательным процессом виртуально. Большинство участков оснастят системой видеонаблюдения. Камеры будут работать до начала, в ходе голосования и во время подсчета голосов. Техника поможет и в обработке протоколов. Количество избирательных участков с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней увеличится в 3 раза. 140 комплектов электронных ящиков для голосования поступит в Ульяновскую область от Центрального избиркома. А вот как будет выглядеть сам избирательный бюллетень, станет известно после определения всех участников президентской гонки. Рената Алиулова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.